Я Матвей. Моя фамилия Волков. Меня зовут Лёва. Моя фамилия Петров. Я научился рисовать, танцевать, играть, дружить со всеми. Я научился дружить, рисовать, петь, танцевать, заниматься физкультурой, дружить. Я люблю больше всего играть. А я люблю математику, когда мы делаем графический диктант. Моя любимая игрушка – это танк мой. Мой любимый мультик – это «Пиратские сокровища». У меня любимая игрушка – машинки. Мой любимый мультик – «Время приключений». Хотите в школу? Я не хочу, потому что там всегда ругают. И там можно чуть-чуть схитрить, подсказку себе сделать. Шпаргалка. Дальше тебе только. Я, если что, тоже не хочу в школу. Почему не хочу? Потому что там во втором классе таблица умножения, таблица деления. Что такое? История там. А это на третьем. Да. Или в пятом. Не хотите в школу? В садике останетесь. Хочу в садике быть. Там лучше. Здесь лучше спать, можно кушать. А там, а в школу спать нельзя, да? Угу. Спишь на уроке себе, как куска. Как куска. А что в школе будете делать в первом классе? Я буду делать в первом классе, учить уроки. Буду давать своим друзьям еду, а они мне будут давать. И потом все. И буду подсказки делать. А я буду сидеть на улице, то есть не заходить. Сидеть на улице. И там играть на телефоне. Дружба – это когда дружат. Это когда дружат. Я сам хочу сказать. А что такое любовь? Любовь – это когда влюбляются. А любовь, когда влюбляются. А у вас в группе есть жених с невестой? Нет, конечно. Давид и Настя были прям 100%. А что хотите воспитателям, детям пожелать? Чтобы никогда не болели, чтобы у них была улыбка и чтобы они никогда не получали двойки. Получаю только пятерки и все. А какой у вас талант? У меня лично никакого. У меня талант пение и танцевание. А у меня никакого. А кем хотите стать? Я пока не подумал. Я хочу стать танкистом. Потому что это в танке можно. Там люблю всегда. А я пока не подумал. Меня зовут Паша Савельев. Меня зовут Ваня Лежнин. Меня зовут Андрей Гаврилов. Мы научились в садике говорить на чувашском языке. И еще некоторые примеры решать. Еще рисовать. Я люблю строить из лего, который вон в том ящичке. Мне нравится играть в светофор. Вон там вот эта игра. А мне нравится ставить опыты. Я хочу сейчас его провести дома. У меня любимые мультики. Это бумажки. Там показывают, как делать из бумаги некоторые подделки. Там даже из картона иногда, фольги там.
Мне мой любимый мультик «Смешарики». Мой любимый мультик «Нексонайтс». А у меня любимая игрушка «Зеленая обезьяна». Моя любимая игрушка «Hot Wheels». Моя тоже «Hot Wheels». А вы хотите в школу? Хотим. А что там делать будете? Мы будем писать, учиться. Читать. Всему на свете будем учиться. Во! Ага, еще дождь пилить. Какой дождь пилить? Играть на перемене после уроков. Это не самое главное. Главное, что мы будем все знать. Вот это что главное. Что мы будем ждать разные планеты, космос, все о космосе. Мы будем узнавать разные созвездия. И будем все про все знать. Во. Дружба это тогда, когда ты с кем-то дружишь. Ой. Дружба это когда друг не бросает в беде. Дружба это когда друг, ну я как Паша тоже. А что такое любовь? Это когда кто-то влюбился и любит кого-то и целуется. Все. Влюбился это когда тебе кто-то нравится. Да. Когда кто-то тебе нравится. А у вас в группе жених с невестой? Нет. Я вообще жениться не буду. Во. Ты под забором будешь валяться. Не буду я под забором валяться. А что хотите воспитателям, детям пожелать? Хотим здоровья, счастья. Тортик. Тортик хотим пожелать. Чтобы никогда не болели. А какой у вас талант есть? У меня хорошее рисование. Я хорошо решаю задачки. Да, но я тоже. Я хочу стать пожарным. А я хочу стать гимнастом, чтобы по передачам выступать про спорт. Вжух. А я ученым. Будешь опыты ставить на зелье всякие научные. На синюю луну.